Снова здравствуйте, это вновь The Dankest Meme Sustained. На самом деле, это Darkest Dungeon, это во-первых. Во-вторых, я поставил таймер. А в-третьих, я поставил субтитры. Чёрт. Ещё в-четвёртых, я снизил звук. Я надеюсь, сейчас хоть что-то слышно. Да, в прошлый раз мы прошли первую миссию без факела, потому что я аутист, поэтому... Это нам не надо. А, импарк, я полагаю. Да, на вторую миссию. А, сразу Darkest Dungeon, почему? Ах, щит. No, not me. Да, расслабься, чувак. Не чувак, кто это у нас? Вроде Лера, я не помню. А, нет, это DJ Khaled. Лера. Так, значит, Гостев у нас отдыхает, насколько я помню, верно? Не, подождите. А, Гостев, это вот он, я. Да, Кирилл у нас отдыхает. DJ Khaled идет с нами. У нас кто-то идет на вторую... На второе положение. Кто лучше? Я полагаю, вот этот Seeker Bounty Hunter. А давайте поставим его. Я обещал. Ну как обещал? Даня до меня домогался, поэтому пусть будет Даня. Даниз. А, почему? Потому что он, знаете, часть нашего фольклора в каком-то смысле. Гостей Фуфского, поэтому The Stalwart. Что это значит? О. Я не знаю, что это значит. Окей. Okay. Да, еще там кто-то хотел этот, чтобы я поставил русский язык, но реально, поверьте, вы не хотите этого увидеть. Я посмотрел, мне не очень понравилось, как это все выглядит. Плюс... я объясню, если что-то нужно перевести в плане, там, статы какие-то, да, атака, там, так далее. Стан, ну вы знаете, что стан значит, верно? Застанете, ну то есть... Он стоит и ничего не делает, я не знаю, как... Ошеломить, понимаете? Clear a path to the boss. Окей. Provision. У меня такое ощущение, что я что-то не так нажал. Подождите. Так, нам... А, это просто разные эти, окей. 100% комнат с битвами. Первым делом я возьму лопаты. Точнее, факелы. 8? 8 должно хватить. Я на всякий случай возьму еще одну. Просто мало ли. Возьму две лопаты, два ключа, два бандажа. Вот я чуть-чуть бы и пройду, забыл. Два бандажа, два пластыря. Не пластыря, а пинты. Я возьму 8 еды, я думаю. Потому что подземелье-то небольшое. Medicinal herbs? Нет, факел есть. Да, я думаю, хватит. Посмотрим. Это теперь уже будет миссия, в которой я буду пользоваться факелом, как, в общем-то, и должно быть. Нет, наверное, люди играют полностью там Dark Playthrough и так далее. Но это не я. Ну, я, это мог быть я в прошлый раз. Окей. Да, но если кому-то вдруг интересно, кто не понимает, то вот. Accuracy, то есть точность, криты, ну... Понятно. Все знают, что такое криты, верно? Критические удары. Дамаг, урон, додж, это шанс увернуться. Five armor base, чё? Protection, ну, защита, понятное дело. И speed, plus one. Точнее, one weapon base. Я точно не знаю, что это значит. Наверное, просто основывается на нашем оружии. Что-то типа того. Ну, speed это позволяет, типа, ходить первым, короче. Все на месте. Я, кстати, не проверил его навыков, это было глупо. Ну ладно, по пути увидим. А как мы можем пройти? Вот так, я полагаю. И будем надеяться, что это не битва. Надеюсь, у нас будет скаутинг. Давайте лучше, наверное, вот так. И вот так. Так будет лучше, потому что если я так пройду, мне потом придется до хрена идти назад вот так. Так что, да, окей. Move to this room. Где мой инвентарь? Окей. Пока мне очень нравится эта игра. И как же она все-таки классная выглядит. Ну, я говорю, нравится эта игра. Seems spent on preventing passage. Она мне и так нравится, просто в плане, пока она мне не надоедает, и не собирается, в общем-то. Окей, 4 креста. Вот, как раз тот самый торч. И битва? Yeah. Surprise? Nope, no surprise, motherfucker. А, tempting goblet. Сколько? 15! 15 это много. где наша Black Grenade? Она мне очень нравится. Очень много урона от Блайта. Блайт это, в общем, чума, если кому вдруг интересно. Так, что может делать этот фэггот, который Даня? Finish him! Плюс 25% это на себя.
versus stunned. Окей. Crit modifier. Melee. Knockback. Назад отталкивает. А, да, если мы... Mark for dance? А, да. Фактически double damage, если мы на кого-то марк сделаем. И плюс просто, собственно, урон. Плюс 90% дамаг против тех, кто помечен. А что это будет? От 4 до 7? Давайте сначала тогда на него вот это поставим. Потому что тогда будет урон намного больше, мы наверняка его убьем. Плюс это дебафик. Дебафик. Маленький такой дебафик. Окей. Это 3 урона, это не страшно. Додж! Прекрасно! Молодца, Даня. Я полагаю. Наверное, не знаю. Так, Judgment. Давайте, наверное, я не хочу больше... Окей. Я не хочу больше стресса, поэтому я хотел его зафокусить. Окей, класс. Стресс. Отличное начало. Zealous Accusation, может быть? В то же время... Да, знаете, чтобы потом прям стопроцентно добить вот этого, если мы, собственно, атакуем его. Так что он замаркнут, помечен. Помечен лучше говорить. Эй, меченый, мне не нравится сталкер. Мне он не нравится в плане типа, о, я ненавижу сталкер. Нет, мне он не нравится, потому что, ну, мне просто не нравится. Не нравятся мне игры этой серии. Нам, в общем-то, не так уж нужен хил сейчас, верно? Сколько здесь? 8 дамага. Он мертв. Этот почти мертв. Так что знаете что? Judgment. Не, тогда он точно будет мертв на следующем ходу. Плюс мы хилим себя. Yep. Greatest weapon that cuts on its own. У меня, к сожалению, не такой голос. А было бы классно. Представьте себе такие ласплеи. Yeah! Nice. Give them no quarter. Труп мешает. Этот умрет. Все, в общем-то. Yeah! Этот умрет. Верно? Должен умереть. Да, и мы похилим что-нибудь. Вот. Подождите, мы ведь можем чем-то другим похилить, нет? А мы можем, кстати, вместо хила... Тропнуть на кого-нибудь. Да, давайте этот стан на меня. Вот, стан. Бам! Окей. Нашел, блин, слова, которые перепутать. О, найс, скаутинг. Так, у нас там должна быть битва, так что. Мы правильно сюда пошли в любом случае. Еп. У меня, кстати, Пикачу шумит. Давайте она. Я не помню, что на них нужно использовать. Возможно, факел? Либо факел, либо medicinal herbs. Либо, подождите, может быть, holy water? Nope. Fuck. Slow reflexes. Это не так плохо, может быть? Я не помню, я не знаю, что на книжках надо использовать, так что... да-да-да. Так, кто у нас лучше всех... Так, 20% ловушки, 40%, 20, 30. Окей, значит, Даня. Окей, молодец, Даня. Иди нахрен, Даня. Так, торч. И вперед на следующую битву. Это могло быть хуже. Все, yes, окей, мы идем первыми. Сразу же вбрасываю этот Black Grenade, потому что это прекрасная вещь. Реально, оно очень много урона делает, ну серьезно. 4 дамага на 3 раунда, это 12 урона. То есть, это очень много. Этот в любом случае умрет, даже если мы его бить не будем. Я, наверное, не хочу делать маркт, в общем-то. Я могу откинуть кого-нибудь. Так, чтобы придвинуть, допустим, вот этого хрена. Да, знаете, я так и сделаю. Окей, он нарезистнул. Ну, это стан. Хотя бы это стан. Правда, его станет-то толком не нужно было, но ладно. Да, давайте поуберем. Найс! Окей, молодец, Лера. Я могу застанить этого хрена тоже. Это было бы неплохо. Сколько урона? От 4 до 8, а у него 8. У нас есть шанс, давайте попробуем. Найс. Окей, сегодня нам везет. Но это, наверное, ненадолго. Потому что это Denki's Dungeon. Здесь везение долго не продолжается. Все, пришло время его хилить. Это пропускает ход. Этот, надеюсь, недостаточно скорости. А, нет, он уже ходил просто. Давайте просто ударим его. Найс! Все идет слишком гладко, подозрительно гладко, на самом деле. Можем опять же... А, мне кажется, это ведь на один раунд работает, верно? Тогда лучше хильнуть. Этого, конечно, мало, но... Почему нет?
Блин, одного HP не хватило. А, щет. Мне не нравится наш стресс-дамаг, вот что. Я хочу его хилить. Давайте все-таки попробуем. 6. Блин, мне очень нравится, что в этой игре есть крит хил. Сколько шанс? А, подождите. Извиняюсь. А, окей, мы не можем по нему попасть. Прекрасно. Даже трупы мешают. Да, очень классно, что здесь можно крит сделать это хилом. И он должен добить. Окей, Даня, пошел в жопу. Ну, окей. В любом случае. Unlocks. Но! Окей, да и плюс у нас антивеном все равно есть. Скаутинг. Да, здесь в любом случае комната, битва. Здесь нет битвы. А, Room Battle. Room Battle это вот это считается. Поэтому нам... Вот Room Battle, и нам, значит, туда двигаться, потому что вот это, наверное, последнее. Может быть, вот это последнее, откуда мы знаем, верно? Окей, пока все идет. Хочу ли я это делать? Здесь вот как раз святая вода нужна. Окей, фу. У нас здесь, кстати, сейчас битва должна быть. Я использую факел. Чтобы их испугать. Yes, окей. Ну не испугать, опять же, удивить. Окей, Ника. Я могу использовать Black Grenade, но это... Знаете, почему нет? Потому что это последний хрен, он всегда очень сильно мешает. У него 11 HP, это много. Сколько у них? 12. Знаете, маркнуть. Да. Почему нет? Потом уж мы его почти точно добьем. О, подожди, на этом блайт не сработал? Я даже и не заметил. А, давайте все-таки хилим. Да, почти full HP. Мне кажется, что так лучше. Sales Accusation? Или лучше Stunning Blow? Давайте Stunning Blow. Попытаемся застанить. Yes, окей. Значит, он в свой ход не ходит. Прекрасно. Окей. Это хорошо. Это очень хорошо. Я не знаю, какого хрена все увернулись, но они молодцы. Мне кажется... О, черт. Мне кажется, и Лера бы увернулась. Класс. Если бы у нее не был минус один спид. О, нет. Окей, два дебафа, это так страшно, я полагаю. Black Grenade, please. Nice, окей. Ты в любом случае бьешь этого, прекрасно. Поэтому это очень классный навык. Блин, как же классно трупы эти выглядят. Блин, надо бы себя двинуть на самом деле. Потому что нам намного удобнее находиться впереди, чем... А, черт с ним. Я думаю, мы эту битву можем вполне и так закончить. С такой вот формацией. Потому что этот, он тоже дамагер, так что... Да, Judgment Knight. Зачем быть такой косой, Крис? Он не умрет, так что лучше еще один Plague Grenade на него. Да. Можно... Нет, на него нельзя было, потому что это две последние позиции. Найс. Хей, фэггит. Это очень классно. Я рад, побольше этого. Я мог его маркнуть, но как-то смысла нет, сами видите, он уже почти мертв, и этот умрет на следующем этапе, так что... На следующем раунде, так что все окей. Я бы хотел еще успеть хильнуть. Да, я лучше хильну этого. Кто это у нас? Я честно говоря, не помню уже. У меня с памятью всегда очень плохо, так что... А, да, это же DJ Khaled. Ну, вообще, неудивительно, что я его забыл. The key is to make it. Literally. Ну, пожалуйста, скелетон кейс. The key is to make it. А, щет. Plague Grenade. Ну, по идее, на них не работает. А, нет, работает у них, на них блайт. Странно, на кровотечение не работает, а блайт работает. Хотя, чумак какой. А это стресс, верно? 19 стресса. Это, по идее, блин. У нас есть бендедж, так что все окей. Ну, плюс еще дебаф. Окей, это не страшно. Это больно. Опять же, Марк, наверное, знаете что? Да, это просто выгодно реально делается. Я не переставил их. О, боже, я идиот. Нужно следить за тем, что я делаю, реально. Самохил. О, вау! Я не жалею о содеянном, наверное. Да-да, я в курсе. Отстань пока.
Что я хочу здесь сделать лучше? Стан. 25%. Окей, найс. Я не знаю, почему я волновался. Довольно маленький этот... процент неудачи, но все же. Наверное, все пойдут потом отдыхать, к сожалению. И Black Grenade. Или нет. Как бы, как хочешь, в общем-то. Judgment. На следующем ходу она, по идее, умрет, да. Найс! Молодец! Окей. Вот она, возможно, отправится на следующую битву. Потому что у нее стресса не так уж и много, в общем-то. И плюс full HP. Найс! Блин! Работает каждый раз. Вообще лучше стан на него. Да, потому что это имеет смысл. Потому что это умрет, этого лучше застань, чтобы он ничего не успел сделать. И, в общем-то... Да, потихоньку, наверное, хилится. Это на себя брошу. Спасибо, DJ Khaled. I appreciate that. You smart, you loyal. Окей, это как бы особо не имело смысла. И хилим опять меня. Окей, найс. Он сейчас пропустит. Или нет, либо он просто умрет. Это, по идее, мы здесь как раз можем использовать ключ, верно? О, это все? Знаете, раз это все, это, пожалуй, все. Потому что я не хочу дальше исследовать это подземелье. Или я хочу? А сейчас мы узнаем. Там даже сокровища нет. Мы можем вот дойти до сюда. Мы ведь здесь находимся, да? Окей. Я дойду до вот этой фигни. И мы посмотрим, что там находится. Окей, класс, молодец. Окей, пронесло. 100 золота. Пойдет. Окей, это было достаточно успешно. Мы получили очень много стресса, это, конечно, проблема, но... Что поделать? У меня бейс как-то долго происходит, но ладно. Кстати, нам даже не пришлось есть, что интересно. О, фак. Да, next, next. О, смотрите-ка. Они все первого уровня. Гостев. Минус 5 аккуратно. О, боже. Потом мы это можем лечить. Некромания. Fascinated with corpses. Класс, здание. Больной ублюдок. Минус 20%. Пойдет. О, это хорошо. Это нас не интересует. То есть, DJ Khaled без проблем. Потому что мы всегда держим торч, держим факел. Этот. Подожженным, освещенным, вы поняли. О, у нас теперь Blacksmith доступен и гильдия. Окей, Кирилл теперь в порядке. DJ Khaled, я даже не знаю реально, кого мы будем дальше с собой брать. У Blacksmith мы можем, у кузнеца мы можем всякое улучшать. А что мы можем в гильдии? А, да, в гильдии мы можем навыки улучшать. Окей. Арбалист. Арбалистка. Короче, она арбалетом пользуется. Я этого персонажа ни разу не видел, так что это будет интересно, я думаю. Фак. Окей, знаете что? DJ Khaled тоже точно отправляется. А надо было взять одного Black Doctor. Я идиот. Тот, который оставался. Надо всех героев брать, мне кажется. Окей. Ну, теперь я знаю. Мне кажется, Гостев может... Мы можем продолжать, в общем-то, идти. У него не так уж много стресса. DJ Khaled точно отправляется на отдых. Заслуженный. Окей. Можем что-то сделать? Почему нет? Раз уж это побольше стресса уберет. И почему этого не сделать, верно? Потому что все-таки поменьше потратим, верно? 1300, окей. Опять же, я не знаю, что улучшать, а что нет. Мне вот всегда это... Меня всегда это напрягает. Да, DJ Khaled отправился на отдых. Мы возьмем меня, Кирилла, Леру. Даня тоже отправляется на отдых. Вместо него мы возьмем какого-нибудь другого дамагера. Но какого? Упс, не туда. Мы, наверное, возьмем Лепера. Да что, он дамагер? Значит, я, Кирилл... Не-не-не, я, вот этот чувак, Кирилл, Лера? Да, я думаю, что так. Окей. Но вообще, надо на всякий случай взять хотя бы вот этих. Опять же, у нас есть место, поэтому почему нет? Окей. И знаете, надо стейджку лучше улучшить, мне кажется. Или нет, у нас не хватает этих диц. Да.
Sunk by stress, sunk by... Нас точно они отправляются? Кирилл-то понятное дело, но вот... Насчет Леры непонятно, да и насчет меня непонятно. Я думаю, нормально. Я не думаю, что они все весь этот стресс запомнят, верно? Да, я думаю, покатит. Окей, этот эпизод немножко покороче, потому что если я сейчас просто в следующее подземелье пойду, это растянется аж минут там, наверное, на 50, так что притормозим на этом моменте. Мне понравился этот эпизод. А, подождите, нам еще вот это надо сделать, точно. Battle Hill. Не интересует Holy Lands, тоже не интересует Holy Lands, это просто из дальнего... Из дальней позиции атакуют последних этих врагов. И тем более двигает вперед, поэтому, не знаю, не очень. Можем улучшить смайт. А, подождите, или мы не можем. Почему конкретно? А, понятно, почему. А это что делает? Reduce Crimson? Пока пофиг. Улучшить смайт или Zealous Accusation? Может быть стан, может быть больше процентов, больше шансов стана? Да, больше. Давайте сначала прокачаем обычную атаку. Давайте улучшим все. Почему нет? Ну, кроме вот этого. Меня это вообще не интересует, эта защита, если честно. Да, пойдем. Окей. Кого еще нам... Так, Леру надо. Что мы хотим сделать здесь? Это нам плевать. Judgment. Важнее хил. Divine Comfort. Party Heal. Тут не худшая вещь на свете, но... Hand of Light. Пофиг. Вообще, Judgment тоже надо улучшать. Но пока не буду, пока необходимости нет. Кирилл, жопушник. Pistol Shot? Ему нужен Wicked Slice на самом деле. Или ему не нужен, у него есть Open Vein, в общем. Он ведь будет на следующем подземелье во второй позиции, верно? Просто у него есть уже милишная атака, так-то... Да, по-моему, так, в общем-то, и останется. Pistol Shot. Да, Open Vein. И Pistol Shot, я думаю. Опять же, вот это меня не особо интересует. А потом вы, возможно, мне докажете обратное, потому что я реально не разбираюсь вот в этих всяких бафах. Потому что я всегда думаю, оно того сейчас не стоит, верно? Окей, я есть, Кирилл, Лера. Так, вот этот чувак. А, мы ничего не можем сделать, потому что ему надо прокачиваться, да. Немножко опасно его брать, потому что он, собственно, не прокачан. Ну, давайте его как-нибудь назовем. Знаю, как этого чувака назвать? А я не знаю. Давайте потом решим. Я сейчас такие серьезные решения принимать не собираюсь. Подождите. Кузница, точно. Что здесь нужно сделать для того... Бэйби. Окей, нам нужны диды, опять же. Сейчас я просто посмотрю, есть ли у нас что-то на дидс. Мы можем пойти в Велд на дидс. Да, я думаю, мы это и сделаем в следующий раз. Немножко спуки, но пойдет, я думаю. Шорт, медиум. Я пока не хочу туда идти. Окей, я проставлю, наверное, изначально. Значит, я, потом Кири... Не Кирилл, он у нас не во второй позиции, я ошибся. Во второй позиции у нас второй дамагер. Я думаю, вот так должно быть, верно? Она предпочитает вообще-то здесь стоять. Я, кстати, не знаю, что это дает конкретно. Но отсюда она может что делать? Judgment, Divine Grace... Illumination, правда, не может. Ну, у нас в основном главное, она может добить Judgment'ов... Джаджментом и хильнуть. У Кирилла... Фак, надо закрывать, к сожалению. У Кирилла... Он стоит там, где ему нужно. Он может сделать это и это. Окей, это меня устраивает. Что может делать? О, теперь переключилось. Да, он предпочитает стоять здесь. Revenge. Да, меня устраивает, я полагаю. Да, окей. Да, пойдет. Кстати, сколько у него ловушки? 10%, 20%, 50%. Ну, Кирилл. Давайте, кстати, им еще цвета сменим. That's pretty good. Пойдет. Нет. Это выглядит очень странно, поэтому я возьму это.
что они все как говно выглядят. Ну понятно, Кирилл тоже как говно выглядит. Хей-о! Я реально не знаю, что выбрать. Пусть будет это. Так, не знаю. Давайте этот красненький возьмем. Такое оно и было, может быть, я не помню. Да, и в следующем эпизоде продолжим, я полагаю. Если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк, оставьте комментарий. Подпишитесь, потому что это помогает в продвижении канала. И до встречи.